Меня зовут Рома Магеллатов. Вот я, собственно, пошарил первый слайд. Тема сегодня Dependency Injection в Python. Вот, и сейчас сразу такой маленький слайд, маленькая такая адженда. Вот, что я сегодня предлагаю делать. Вот, ну и, собственно, о чем хочу рассказать. Это, ну, немного experience-sharing, вот, из прошлого. Вот, это, собственно, поговорить про инверсию управления, как принцип вообще проектирования как таковой. Вот, поговорить про один из шаблонов проектирования, вот, который позволяет этот принцип реализовать так или иначе. Это, собственно, вот dependency injection. Вот, и планировал еще пошарить немного информации по поводу такой библиотечки Python, которая называется dependency injector, вот, которую я девелоплю, ну, уже последние 2 года где-то. Вот, так, свободное время. Вот, плюс заложить какое-то время на вопросы-ответы. И, собственно, что я хотел спросить, то есть, если есть какие-то, ну, вот, интересующие вопросы там в плане текущей темы и вот этой адженды, которая там, ну, хотелось бы покрыть больше, сильнее, выше и так далее, вот, то сейчас хорошее время, ну, я готов их записать, вот, и на чем-то там попутно более детально останавливаться. Вот, собственно, вопрос. Есть ли какие-то конкретные вопросы? Окей, ладно. Тогда пойдемте дальше. Вот, значит, ну, по поводу experience sharing решил вставить такой слайд, немножко совсем рассказать о себе. Вот, собственно, фоточка моя. Вот, совершенно ничего про проекты на ней. Значит, зовут меня Рома Магеллатов. Вот, на текущий момент вчера сидел, считал, где-то 9 лет у меня коммерческого опыта. В 2007 году я начал там первые деньги зарабатывать. Вот, и начинал я работать как веб-разработчик на LAMP-стеке, там Linux, Apache, MySQL и PHP. Вот, ну, занимался фронтендом. Вот, в основном там jQuery, CSS, потом был такой интересный опыт работы с XJS-ом в свое время. И ну, уже последние где-то 4 года я занимаюсь Python, вот, из которых, ну, важное примечание, что вот где-то 2,5 года потом первых я занимался, ну, я писал на Twisted, вот, дал еще линочку там на свой GitHub и Twitter, ну, по работе там иногда пишу. Вот, хотел, ну, в плане experience sharing рассказать мне такие вещи, то есть почему я вообще выбрал эту тему, там, почему я начал писать эту библиотеку, вот, при том для Python, где это не так уж популярно. Значит, ну, по поводу первой части вот этого моего опыта, когда я работал как PHP developer, вот, венец моей карьеры как PHP developer был, когда я попал в одну достаточно крупную UK-шную компанию. Вот, точнее, даже ирландскую. Это компания, которая одна из первых вышла на IPO. Вот, у нас на тот момент в ней работало порядка 200, ну, разработчиков различного рода. И мы делали очень-очень большой проект. Ну, весь он, да, порядка 2 миллионов гигабайт, наверное. Что было примечательно, мы делали недельные релизы каждую среду. Вот, и каждую среду, ну, фактически каждый четверг утром, мы получали 10-12 мегабайт обновлений после релиза, ну, и системы контроля версии, то есть размер этого диска. Вот, и, ну, чем это примечательно и интересно, тем, что вот, большой проект, много разработчиков, и, ну, такая интересная ситуация, то есть кода много, изменений много, все очень динамично. Вот, и там, ну, совершенно за правду были такие вещи, когда, ну, какой-то уже существующий функционал легче переписать просто с нуля, чем, ну, во-первых, разобраться, как он работает, а во-вторых, даже если ты понимаешь, как он работает, переюзать его на каком-то другом подпроекте. То есть, ну, были вот как бы такого рода проблемы. Вот, почему акцентировал внимание еще на том, что вот, долгое время занимался и писал на Твистеде, потому что, ну, с Твистедом там интересная штука, кто знаком. То есть одновременно, ну, в одном приложении, в одном процессе может на обработке находиться там 200-300 запросов, может больше, ну и так далее. Ну, неважно, в любом случае больше одного, как это, ну, в синхронных приложениях, там Django, Flask и так далее. Вот. И в чем суть? То есть, ну, какие-то глобальные хранилища, контейнеры и вообще все глобальное,
Вот, в рамках асинхронных приложений оно немного, ну, неприменимо или вообще неприменимо, потому что на самом деле, ну, есть определенный пайплайн для каждого реквеста. Вот, и, ну, для каждого конкретного кейса в рамках одного процесса, одного приложения, этот флоу, который дальше строится, он как бы, ну, по-своему немножко может быть уникальный. Вот, поэтому как бы вот такая вот штука. И, ну, я к чему, собственно, это рассказываю? Потому что, ну, мне кажется, что на каждого из нас, вот те проекты, ну, с которыми мы работали, они накладывают определенный отпечаток, ну, своего рода профессиональную деформацию. Вот. И, ну, это нас дальше куда-то ведет. То есть мы что-то любим больше, что-то любим меньше, вот, что-то ценим больше, что-то ценим меньше. Ну, вот у меня в рамках, ну, вот этих двух вещей, как бы, которые я только что озвучил, ну, было сильное желание понять вообще, как делать вещи лучше и можно ли делать вещи лучше. Вот, я начал, нашел для себя немного ответа вот этой вот теме инверсии управления, управления зависимостями и так далее. Вот, потому что, ну, вот как раз на вот этих двух проектах, про которые я только что рассказывал, там это было как бы для меня неявно и не очень понятно. Вот, и так сложилась жизнь, что я начал этим заниматься как бы достаточно глубоко. Ну, по крайней мере, как мне кажется. Вот. Ну, давайте пойдем, собственно, немножко к сути. Значит, первое, ну, то есть до того, как поговорить вообще про dependency injection как таковой, нам нужно поговорить про такую штуку, как инверсия управления. Ну, вот я взял с Википедии определение, которое, ну, на самом деле, человеку, незнакомому с инверсией управления, наверное, мало что скажет. То есть это такой архитектурный принцип, когда отдельные части ПО получают, ну, то есть контроль управления flow идет от какого-то generic framework, устоявшегося фреймворка, ну, скажем так. Приводят примеры, там, например, с окнами, с GUI-приложениями и так далее. Вот. Ну, на самом деле все сильно проще. Ну, то есть, как, штука достаточно абстрактная, и ее хорошо описывать на каких-то конкретных примерах. Вот. Суть заключается в том, что, грубо говоря, когда есть там какой-то объект А, вот, и он зависит от объекта Б, то, как правило, ну, наше традиционное мышление заключается в том, что мы пытаемся из этого объекта А достать объект Б. Ну, вот инверсия управления в этом случае, ну, и в частности там dependency injection, нам говорит о том, что А не должен сам доставать вот этот зависимый объект, вот, а он должен попросить его в виде контракта. Собственно, ну, какие цели вообще решает вот эта вот штука инверсия управления, version of control? То есть сделать код менее связанным и разделить, ну, непосредственную реализацию с непосредственным выполнением. То есть в каком-то смысле говорят, когда, ну, мы говорим про inversion of control, говорят о том, что мы относимся к совершенно любому коду, который мы пишем, как к некоторому фреймворку, вот, который потом в конечном счете собирается и превращается уже как бы, ну, то есть выполняется как готовая программа. Вот. Что это нам еще дает? Нам это дает возможность, ну, сфокусировать наш там программный компонент, модуль, пакет непосредственно на той задаче, ну, для которой он создан. Вот. Опять же, ну, то есть эти вещи, они немного вытекают друг из друга, но я, наверное, уже говорил, да, то есть вот это вот третий пункт здесь. То есть мы можем, ну, за счет того, что мы делаем вот эти зависимости менее, более явными и, как это сказать, менее жесткими, вот, у нас появляется возможность сказать, что, ну, какие-то два модуля минимально зависят друг от друга. Хотя, ну, на самом деле понятно, что они зависят. Ну, грубо говоря, один из примеров, который я привел бы, это, допустим, вот если есть там два Django application, то ну, они не должны там хаотично как-то связываться друг с другом, а должны быть связаны совершенно в нескольких местах, вот, ну, и совершенно в формальном виде. Вот. Соответственно, еще одна важная цель. Это когда нам нужно убрать какой-то модуль или разделить какой-то модуль. Вот, ну, собственно, любой программный компонент, модуль, пакет, класс, не так принципиально. Когда мы явно видим зависимости, когда мы явно ими управляем, у нас, ну, как бы это становится сильно проще и понятнее. Потому что, ну, то есть, если, грубо говоря,
Мы не знаем своих зависимостей, мы пытаемся удалить какой-то модуль или какой-то пакет. Вот, у нас падает все. Вот, если у нас конкретно есть список тех зависимостей, если у нас конкретно есть список, где Sorry, Skype написали. Да, я, кстати, извиняюсь, я немного приболел. Вот, поэтому very sorry. Вот, значит, да, по поводу устранения вот этих сайд-эффектов. То есть, если у нас конкретно есть список всех зависимостей, мы всегда можем узнать, где этот, допустим, конкретный программный компонент использовался, то нам, соответственно, сильно проще от него отказаться, либо сплитнуть его на два, либо заменить на что-то, ну и так далее. Вот такие вот дела. Значит, следующий мой слайд про то, ну, то есть, если говорить про inversion of control как про архитектурный принцип, вот, тут подбираясь немножко ближе, ну, собственно, к сути, интересная штуковина, как вообще достигнуть соблюдения этого принципа, поскольку он вроде как такой абстрактный и, ну, как бы, то есть, честно говоря, по, я вернусь немножко назад, из вот этой формулировки, из вот этих целей, ну, сделать какие-то конкретные выводы, на самом деле, с первого взгляда достаточно тяжело, потому что все очень абстрактно, расплывчато и так далее. Вот, подбираясь немножко ближе к тому, как, собственно, можно ну, добиться вот, соблюдения вот этого inversion of control, да, implementation patterns. Вот, я тут жирным выделил то, о чем мы сегодня поговорим, а зачеркнуто это то, что есть, но то, о чем мы сегодня не поговорим. Вот, то есть первое, это, собственно, ну, один из самых базовых шаблонов, это шаблон factory. Вот, dependency injection в этом случае ну, является шаблоном проектирования, вот, который позволяет добиться соблюдения вот этого принципа inversion of control. Вот, собственно, он делится еще на несколько подпунктов. Это так называемые инъекции в конструктор, вот, инъекции через параметры, атрибуты, да, в нашем случае, вот, инъекции через сеттер методы и инъекции на основе интерфейса. Вот, значит, ну, во-первых, по поводу сеттер инъекций, то есть у нас у Python разработчиков сеттеры ну, являются не то, что не common практикой, наверное, не используются, ну, очень мало где. Вот. И в контексте этого, ну, то есть я не покрываю эту штуку ни одним примером, вот, не буду о ней говорить. И, ну, наверное, она нам не очень нужна в какой-то степени. Вот. По поводу инъекции на основе интерфейса, соответственно, ну, опять же, наши лучшие интерфейсы это Ductyping. Вот. Ну, есть, конечно, там ABC, ZOP-интерфейс и так далее. Вот, но так или иначе, будем пытаться оставаться поближе к языку, вот, и использовать то, что в нем есть. Вот, поэтому, собственно, инъекции на основе интерфейса мы сегодня тоже не покрываем. Есть один очень-очень, то есть это правая колонка, первый пункт, вот, так называемый шаблон сервис-локатор. Очень-очень интересная штука. Это ну, другой, похожий, но другой принцип относительно dependency injection, он тоже дает возможность ну, как бы достигнуть вот этого принципа inversion of control, его соблюдения. И мы о ней сегодня тоже не поговорим. Вот, совершенно быстро по поводу остальных пунктов. Ну, то есть контекстный поиск, контекстный доступ, вот это тоже интересная штуковина, и она может, ну, то есть, если говорить про Dependency Injection Framework как таковой, да, какую-то библиотеку, которая помогает там делать Dependency Injection, то, собственно, контекстный поиск, ну, в зависимости от реализации, часто бывает либо реализован, либо нет. Вот, ну, опять же, я это как бы сегодня покрывать не собираюсь. Вот, и два совершенно простых, тоже стандартных гофовских паттерна, это template метод и strategy, они в каком-то приближении дают возможность ну, получить на каком-то коротком участке соблюдение inversion of control. Вот. Но так или иначе, ну, опять же, это не целевая штука для сегодняшней дискуссии. Вот. То есть еще один интересный термин, который нам тоже дальше понадобится, я буду там к нему возвращаться, это так называемый inversion of control container. Вот, то есть, если ну, в разных, допустим, Мартин Фаулер пишет достаточно длинное описание, основанное на реальных примерах там, и реальных кейсах, вот, если попробовать вытянуть суть из того, что он пишет, то, в общем-то, это
такая абстрактная штуковина, которая знает, как создать, ну, любой или практически любой, в зависимости от того, насколько там проект глубоко подвержен этому принципу version of control. Вот, ну, так или иначе. То есть это абстрактная штука, которая умеет создавать любой объект, ну, в наших приложениях. Вот. Теперь небольшой, дальше будет, может быть, чуть-чуть интереснее и чуть-чуть больше кода. Вот, собственно, переходим к dependency injection как к паттерну. Вот, и первый вот этот вот слайд с кодом, то есть есть у нас такой кусочек кода, все совершенно, примеры совершенно наивные и абстрактные пока. Вот, то есть есть у нас какой-то сервис и есть у нас какой-то клиент. Соответственно, клиент хочет использовать этот сервис, вот, и ну, он делает, то есть то, как мы обычно думаем, он просто берет и в инициализаторе у себя создает сервис. Вот, соответственно, 13-я строка. Вот, если ну, мы хотим работать с этим клиентом как-то, да, то есть это вот 16-я, 17-я строки, запустим такую вот штуку, то для того, чтобы нам получить клиента, собственно, достаточно просто создать экземпляр класса client, вот, и все готово. Он сам создает себе сервис, он подтягивает эти зависимости самостоятельно. Вот. Значит, следующий слайд, он немножко модифицированный. Вот эта штука, ну, она, собственно, показывает реализацию этого паттерна, dependency injection. Вот. Она говорит о том, что, то есть, если обратить внимание на 11-ю строку, то тут у нас в инициализатор в качестве параметра приходит какой-то сервис, вот, который мы, собственно, который клиент, собственно, у себя и сохраняет. То есть в этом случае можно сказать, что вот этот объект сервис, он инжектится внутрь клиента. Вот. И у нас, собственно, немножко меняется, ну, уже подход к тому, как мы используем клиента, потому что в этом случае вот само приложение, это, собственно, вот то, что начиная с 16 строки и ниже, оно отвечает за то, чтобы создать объект сервис, и отвечает за то, чтобы при создании клиента положить этот сервис внутрь. Вот. Ну, вот такой вот ручной, простой dependency injection. Собственно, ну, говорят о том, что это там немного запутанный принцип и так далее. Тяжело согласиться, потому что на самом деле, ну, вот эта суть, она как бы очень простая, на самом деле, и понятная. Другое дело то, что, ну, это немного с какой-то стороны может поломать майндсет. Вот. И если этот момент пережить, то как бы потом, в принципе, живется с этой штукой достаточно комфортно. Вот. Вставил интересную штуковину, вставил ее в документацию. У меня, ну, я позже буду рассказывать про эту либу dependency injector, которую я пишу. Вот. Я периодически ну, делаю поиск, вот, и смотрю, что вообще там в мире по ключевым словам Python dependency injection происходит. Вот. Периодически там на Stack Overflow отвечаю, или на Reddit, вот, или еще где-то. И в один прекрасный день я нашел вообще совершенно, ну, классный вопрос, как бы, вот мне понравилась очень формулировка, при том у меня две дочери, вот старшей скоро будет 5, очень актуально для меня, если спросит, у меня будет ответ. Вот, собственно, это гениальный вопрос, то есть из со Stack Overflow, я вот там линка на юзера, который его создавал и так далее. Значит, как объяснить, что такое dependency injection 5-летнему, ну, собственно, ребенку? Вот, и, ну, то есть, как бы, тяжело мне передать свои ощущения, когда я нашел этот вопрос, лучше, наверное, не сформулируешь. Ну, и, внимание, следующий слайд. Вот, то есть, можете перечитать это оригинальный ответ, я в это время расскажу, как бы, своими словами немножко. То есть, такой очень достаточно именитый чувак Джон Манш, он входит в топ-2 или в топ-4% ну, как бы, самых рейтинговых пользователей Stack Overflow. Вот, он дал очень хороший, ну, как бы, очень хорошее описание. Вот, возможно, оно, как бы, поможет быстрее поломать, ну, как бы, майндсет в эту сторону. Вот, суть, как бы, этого ответа заключается в том, что, ну, мы говорим ребенку о том, что если он, к примеру, захочет что-то поесть и полезет в холодильник самостоятельно, вот, то могут случиться некоторые плохие вещи. Ну, например, он может забыть дверь открытой. Вот. Может быть, он возьмет что-то, что там, ну, я или там моя жена не хотели бы,
чтобы он съел. Вот. Даже может быть еще хуже, он возьмет, ну, как бы что-то просроченное, и ну, тоже ничего совершенно хорошего из этого не получится. Вот. И вместо того, чтобы ну, делать это самостоятельно, самостоятельно идти к холодильнику и пытаться там что-то выбрать, ну, правильный майндсет, который как бы мы даем ребенку, это то, что он должен попросить, что он что-то хочет поесть. Вот. Собственно, в этом случае мы уже, я извиняюсь, вот, мы уже отвечаем за то, ну, как бы мы берем на себя responsibility за то, чтобы дать ему что-то попить, что-то поесть и так далее, ну, как бы то, что удовлетворяет тем критериям, ну, как бы, которые, ну, в общем, вы поняли. Вот, то, что мы хотим ему дать, да, полезное, свежее и так далее. Вот, ну, такой вот интересный был ответ и вопрос. Значит, по поводу конкретно, ну, тех преимуществ, которых можно достичь, используя вот этот подход dependency injection. То есть, ну, первое, опять же, то есть эти вещи, они как бы немножко вытекают друг из друга, но это как бы немного официальные формулировки, поэтому я их тоже взял и там коротко пройдусь по ним. Вот, собственно, это снизить, ну, связанность компонентов друг с другом. То есть мы, опять же, там, это, ну, первая штука, которая как бы стоит в терминах version of control. Вот. Очень важная штуковина это то, что наши штуки можно будет легче тестить. Вот. Ну, мы немножко пойдем, я сейчас вернусь к предыдущему слайду. То есть тут, чтобы не делал этот сервис, ну, можно совершенно просто без каких-либо сторонних библиотек передать какой-то фейк-сервис клиента, вот, и клиент будет как бы считать, что это полноценный сервис, работать, ну, и все потестируем, все просто, все хорошо. Более важная штука, я там не вставлял слайды на эту тему, ну, то есть есть вот этот принцип Диметра, то есть мы явно видим, что конкретно нужно для теста. Вот, если, допустим, ну, опять же, у нас есть какой-то Python модуль, вот, в котором там несколько таких клиентов, они, вот, импортируют там несколько каких-то библиотек, как-то их создают, как-то используют их, как-то, может быть, даже обмениваются информацией, то, ну, это менее явно видно. То есть нам нужно конкретно перечитать, в общем-то, весь код для того, чтобы понять полноценно эти зависимости. В этом случае, ну, то есть мы можем посмотреть, ну, то есть в контексте, вот, возвращаясь, немножко назад к implementation patterns и конкретно dependency injection, вот эта вот штуковина, это называется инъекция в конструктор, ну, в нашем случае в инициализатор. Вот, то есть в этом плане мы конкретно видим все зависимости, и нам достаточно посмотреть в инициализатор, мы можем понять, что нужно для того, чтобы создать клиент, протестить клиент и так далее. Вот, значит, вот эта вот штуковина, ну, то есть dependency injection как таковой, как паттерн, да, он в какой-то степени облегчает интеграцию сторонних компонентов. Вот, потому что, ну, как правило, у нас есть контейнер, мы хотим как-то связывать сторонние компоненты с собственными, вот, по каким-то правилам, и у нас уже есть готовое место, вот, как мы можем, ну, то есть как мы можем, куда мы можем положить инстанс там какого-то какой-то сетпати, либо сетпати коннекшена к чему-нибудь и так далее. Вот, в какой-то степени это больше advantage непосредственно уже dependency injection фреймворка. Вот, он говорит, что можно снизить boilerplate код, то есть, да, как бы лишний какой-то код, который, ну, в нашем случае, то есть явно деградация налицо, очень крупная. Вот. Мы раньше на строке 17, ну, то есть вообще весь этот пример, как бы, да, он 17 строк. Вот, мы добавили dependency injection и стало 18. Ну, естественно, если то есть, представить себе большое приложение, вот, то как бы, ну, кода будет немножко больше. Вот, dependency injection framework, они как раз делаются для того, чтобы вот, ну, то есть оставить хорошее и попытаться забрать плохое. Вот, опять же, ну, немножко тавтология, но дает возможность компонентам иметь минимальные знания друг о друге. Вот, в нашем случае, ну, опять же, там, дактайпинг может работать на 100%, вот, до какого-то предела, и, собственно, как-то так. Значит,
В конечном счете, очень важная штука, это вот почему, ну, возвращаясь к тому небольшому экспириенс-шерингу, который я делал, вот, в конечном счете, ну, у нас появляется возможность переиспользовать вот тот код, те классы, функции, пакеты, модули, которые мы написали. Вот. Есть несколько совершенно интересных вопросов, ну вот на тему, то есть это все как бы прикольно, но ну, надо смотреть в реалии, да, там, и ну, говоря о Python, очень интересная ситуация, то есть если, допустим, погуглить запросом Python Dependency Injection, вот, то найдется много совершенно интересных и достаточно больших постов на тему того, что там это не нужно, вот, ну и, собственно, я вот на несколько самых таких ключевых моментов попробую ответить в своей презентации. Значит, первое это monkey patching. Ну, я не так уж много языков программирования знаю, то есть я вот с PHP работал, с JavaScript, ну, немного раньше там C и C++. Вот, и собственно, ну, вообще, когда я первый раз увидел Python, немножко про него почитал и так далее, я был удивлен, ну, насколько все открыто, гибко и в общем-то, просто. Вот, это открытость и гибкость. То есть я сейчас, спустя уже 4 года, я вчера сидел, вспоминал там, ну, как бы какие-то вещи можно было сделать на PHP, по крайней мере, таким, как я его знал раньше, на JavaScript и так далее. Вот, и ну вот возможность сделать так называемый monkey patching, ну она совершенно потрясающая в Python. Вот. Притом, ну как бы она потрясающая настолько, что там на некоторых проектах, которые я писал и которые работают в продакшене, это ну как бы production-like фича. Вот. Тут есть ну, несколько ключевых моментов. Опять же, то есть приводят ну такой point, что лучше всего ну, то есть один из самых важных бенефитов вот этой применения паттерна dependency injection, вот, это то, что все будет очень легко и просто тестить. Вот. И в этом случае это совершенно спокойно можно крыть библиотекой MOOC, вот, то есть которую можно доинсталить в Python 2, которая стандартная, если не ошибаюсь, в Python 3, вот, которая, ну, в общем-то, совершенно волшебная. Вот, то есть можно замокать все, что угодно, где угодно, как угодно, насколько угодно и так далее. Притом, ну, достаточно просто. Вот. Но тут стоит понимать, что на самом деле, ну, как бы эта штуковина, ну, то есть если вот посмотреть на advantages, как бы бенефиты вообще dependency injection паттерна, то, допустим, конечная штука за то, что бьется, в принципе, весь мир программного обеспечения, как бы, да, это увеличить переиспользование там так или иначе ну тех вещей, которые пишутся, потому что 80% кода, который пишется, у него время жизни ну совершенно низкое, как бы при том во многом из-за его качества. Этого невозможно добиться путем monkey patching, ну так или иначе. Вот. Более того, все-таки, ну, опять же, мое субъективное мнение, что вот техника monkey patching, она для продакшена, ну, вот, чересчур грязная, назовем ее так. Вот. Дальше, есть еще такая вот штуковина, ну, это уже, переходя ближе, вот, собственно, к библиотеке, это dependency injector, которую я писал, я думал, нужно ли ее писать, не нужно, у нее история интересная, то есть она была написана ну, в каком-то приближении на одном из продакшн-проектов в процессе ну, жизненного цикла этого проекта, когда он уже, в общем-то, был в продакшене. То есть в один прекрасный момент вот, стало понятно, что дальше так жить нельзя, и поэтому прямо внутри этого проекта родился такой маленький-маленький dependency injection framework. Вот, это, ну, то есть код был отрефакторен там буквально за неделю и дальше, в общем-то, ну, оно так и жило там еще больше года как минимум, по крайней мере, пока я на этом проекте работал. Вот, и в контексте этого, ну, то есть у меня появилась такая идея, я думал, нужно, не нужно вынести вот этот вот маленький-маленький approach, маленький-маленький dependency injection framework, как, ну, непосредственно отдельный проект. Вот. И в конечном ну, итоге решил, что да, оказалось потом, ну, по ходу того, как он развивался, что там не так уж и мало писать, ну, то есть не те там изначально 100 строк кода, которые были. Вот. И ну, тут важный момент, то есть
В принципе, такой подход можно использовать на Python, просто, ну, как бы такие вещи, вот на Java ты за день какой-нибудь Dependency Injection Framework, ну, маломальски работающий, ты не напишешь. Вот. Ну, там сложность написания таких вещей, она, ну, вообще в любых статически типизированных языках, в том числе и в некоторых динамических, она сильно выше, чем то же самое в Python. Вот. Но так или иначе, ну, это все равно какой-то код, который должен быть написан, проревьюблен, протещен. Он должен сопровождаться кем-то, на него должна быть какая-то документация. Вот. Поэтому, ну, соответственно, я пришел к такому выводу, что нужно попробовать. Вот. Пойдем дальше. Короче, написал я такую вот штуковину, которая называется Dependency Injector. Вот. Было, ну, несколько идей. То есть первое сделать подход вот этот к управлению зависимостями более унифицированным, вот, сделать его, ну, действительно, вот, мне понравилась эта формулировка, я не помню, где я ее первый раз услышал, developer-friendly, вот, то есть, как это правильно по-русски сказать, дружественным для разработчика, дружественный для разработчика инструмент. Вот, ну, привожу тут пару ссылок на GitHub, где она лежит, на PyPI. Вот она есть, документация на Read the Docs, есть еще API документация, тоже полезная штука, как в конечном итоге оказалась достаточно дорогая. Вот, собственно, опять же, то есть в определенный момент, еще до того, как я начинал писать, я решил закоммититься на некоторые принципы, которые должны соблюдаться. Ну вот, немножко попробую пройтись по ним. То есть первое, это сделать ее действительно питоник, вот, и ну, имеется в виду библиотеку. Вот, использовать максимально те вещи, которые язык дает. И, ну, собственно, те же там, допустим, интерфейс injection, да, которых, ну, как бы, то есть, ну, у нас вообще тяжело сказать, что есть какое-то формальное понятие интерфейса. Вот, есть доктайпинг, он достаточно неплохо работает. И, ну, то есть, контекст вот этого вот поинта, он заключался в том, чтобы те вещи, ну, то есть сделать это настолько приближенно к базовым конструкциям и стилю языка, насколько это возможно. Вот. Второй point сделать совершенно простую, понятную структуру, вот, дать возможность какого-то расширения этой штуки. Вот, если нужно, был интересный момент. В свое время я добавил такую штуку, как эффективность в плане потребления памяти. Очень интересно работал вот этот вот атрибут подчеркивания-подчеркивания slots, еще два подчеркивания, которые дают возможность очень неплохо экономить память для объектов, собственно. Вот в свое время я там прошелся и во многих местах его подобавлял, это дало там, ну, правда, на синтетических тестах, вот, ну, так или иначе, там, рост производительности, не производительности, а уменьшение потребления памяти там в 300% или около того. Вот, ну, опять же, то есть не суть сегодняшней дискуссии, вот так, просто интересный факт. Вот, поработал немного в определенный момент над потоком безопасности. На самом деле там был только один кейс, и в одном месте есть один лог. Вот, ну, это такое, опять же, то есть, может быть, в контексте уже там вопросов и ответов мы это покроем. Вот, одну штуку, которую я точно решил, что сделаю, это была, собственно, документация. Вот, потому что, опять же, слишком часто приходилось работать с библиотеками, ну, на которых нет нормальной документации, и как бы вот этого хотелось немножко избежать. Последний пункт, семантическое версионирование. Вообще очень интересная штуковина. О ней вообще можно сделать отдельную презентацию. В чем суть? Значит, ну, подход к версионированию программного обеспечения. Вот. Заключается он в том, что есть наши волшебные три цифры, там, например, 1, там, 2, 3. Вот. И первая цифра — это так называемые мажорные релизы, вторая — минорные, третья — патчи. Вот. Суть в том, что, ну, патчи вообще в принципе функционально никак не должны влиять, ну, на функционирование библиотеки. То есть фактически для меня это значит, что если у меня там была версия 1, 2, 3, я могу совершенно спокойно, не переживая, ставить версию 1, 2, 4. Вот. В контексте минорных релизов, то есть там 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 и так далее, там немножко интереснее, потому что может добавляться новая функциональность, но должна быть гарантия backward compatibility с предыдущими версиями в рамках мажорного релиза. Вот. И опять же, то есть были такие вещи, они до сих пор там, ну, как бы
не могу сказать, что суперактивно, но немножко живу там в мире open source. Вот, и проблемы иногда случаются. То есть что-то работало, а завтра оно перестает работать. Вот, идешь в репозитории там этого проекта, который ты используешь в библиотеке, находишь там последние коммиты, понимаешь, что сломалось. Но, опять же, то есть иногда люди просто делают drop backward compatibility, ну там версии, которые патч, вот, или которые минорны. Вот, это не очень правильно, то есть такие вещи, ну какие-то значимые изменения, да, когда, собственно, ну, это либо устранение как бы какой-то обратной совместимости, выкашивание каких-то фич, либо там полное переписывание продукта, вот, оно должно делаться все-таки в мажорных релизах. Ну то есть в чем был мой посыл здесь, вот почему я выделил это как отдельный пункт, про то, что, ну, люди, грубо говоря, которые используют там версию 1, вот я сейчас, например, пишу версию 2, уже, собственно, там дописал, вычитываю документацию и так далее. Вот, пересматриваю все, очень много всего поменял, как бы, вот, много старого выкосил и так далее, то, что за первую версию насобирал. Вот, то, ну, собственно, вот, если у людей в requirement было написано, что они принимают любые версии dependency injector до двойки, вот, то у них ничего как бы не сломается, все будет хорошо. Ну, такого рода. Вот. Пару слов еще, ну, о самом, как бы, о сервисной части, скажем так, ну, вот этого open source проекта, как бы о других проектах, которые мне очень помогали. Вот, то есть я скопировал такую штуку, я на каждой страничке, там на страничке по IP, на GitHub и на главной страничке документации я держу такой набор бейджей, вот, в котором, собственно, есть некоторая информация, с которой берется прямо с по IP. Вот, то есть вот это вот в первой строчке, вторая колонка, первый бейдж по IP версии 1.17.0, это latest stable, то есть то, что можно брать, использовать и не бояться. Вот, лицензия BSD, вот, ну это одна из максимально открытых лицензий, наверное, после MIT, MIT. Вот, ну то есть штуки с лицензией BSD можно использовать, ну, практически везде, то есть мало компаний запрещают использовать. Вот. Ну, то есть, как не то, что запрещают, для малых компаний лицензия BSD, ну, является какой-то неподъемной штукой. Вот. Значит, по поводу версий, которые поддерживает эта либо, поддерживаются, ну, в общем-то, все активные или более-менее активные, кроме 3.2. То есть это 2.6, 2.7, 3.3, 3.4, 3.5. Вот. Опять же, они интерпретаторов, то есть то, на чем это сейчас тестится, это все C-Python и PyPy2 и PyPy3. Вот. Ну, то есть PyPy и PyPy3 проекты. Вот. Что помогает очень сильно, ну, вообще как бы мейнтейнить всю вот эту вот штуку, это Travis CI. Вот, то есть это последняя строчка, build test coverage. То есть на Travis CI там под проверку, ну, под статический анализ кода, под запуск тестов на каждой из версий Python там, и на каждой из версий PyPy, под отправку coverage репортов заведена отдельная джоба, ну и для бесплатных проектов он на самом деле шикарно работает. Вот, для платных проектов, естественно, ну как бы они просят тоже денег. Значит, последний бейдж тоже очень интересная штука. Есть такой сервис CoverRolls.io. Вот, он позволяет отправлять coverage репорты, ну, непосредственно после выполнения тестов, и хранит по ним историю. Соответственно, можно настроить трешхолды определенные, там он показывает деградацию, показывает улучшение и так далее. Вот, ладно, мелочи жизни, собственно, пойдем дальше уже непосредственно. Значит, вот эта вот штука, это немножко ближе по поводу того, на каких вообще основных сущностях держится как бы эта библиотека. Вот, это, ну, первое, так называемые провайдеры, и второе, это контейнеры. Вот, значит, типичные примеры провайдеров, это, допустим, factory provider и singleton provider. То есть factory provider нам всегда создает, ну, то есть при каждом обращении к нему он нам создает новый объект. Singleton provider, соответственно, создает только при первом обращении и дальше возвращает то, что уже создано. Object provider – это такая вот штука для статических инъекций, то есть он всегда возвращает, ну, то есть он принимает какое-то значение, неважно какое, вот, и всегда as is его возвращает. Вот, собственно, что интересного
можно сделать с провайдерами. То есть, во-первых, провайдеры можно оверрайдить другими провайдерами. Вот, на это будет сейчас отдельный пример, достаточно интересная штуковина. Вот. Ну, естественно, провайдеры можно инжектировать в другие провайдеры, собирать какой-то object graph, вот, который в итоге позволит ну, собирать сложные объекты просто. Вот. С контейнерами вообще все элементарно просто, они просто содержат провайдеры. Вот, значит, ну, небольшой пример, это вот пример того, как работает Factory Provider. Вот, соответственно, мы импортим модуль провайдеры на третьей строчке, значит, в нем лежат все провайдеры. Берем Factory, то есть вот эта вот штука на шестой строчке, Object Factory, она будет нам при каждом вызове возвращать новый объект, ну, то есть один из самых базовых, стандартных, вообще первых объектов Python. Вот, ну и, соответственно, 10-я, 11-я строчки мы, то есть все провайдеры, они являются callable, их можно просто вызвать как функцию, и они вот возвращают то, как должны, возвращают уже непосредственно собранный объект. Вот, тут ничего совершенно волшебного в этом примере не происходит. Вот, ну и я тут делаю два ассерта, вот, чтобы показать, собственно, как бы что получится. То есть объект 1 и объект 2 это разные объекты, вот, и оба они объекты. Вот. Дальше тут будет немножко интереснее. Тут у нас уже есть два провайдера, есть определенные инъекции. Ну и, собственно, то есть поможет модуль collections стандартный. Значит, ну, почему collections, вот 8-я, 9-я строчка, тут создается два класса, два named tuple, engine и car. Вот, соответственно, engine вообще совершенно простая штука. Вот, car содержит два атрибута, это серийный номер и непосредственно engine, как бы двигатель. Да? Вот, значит, на 11-й, 12-й строчке, вот 11-я строчка, там все понятно. Мы, соответственно, как в первом примере создаем factory для того, чтобы производить эти engine. Вот, на 12-й строчке немножко интереснее. То есть мы создаем factory для того, чтобы производить car, и через keyword аргументы передаем, что в kv arg engine для car должен передаваться то, что получится при результате вызова engine factory. То есть фактически конечная структура, которая собирается, вот если посмотреть на строчки там 16-17, конечная структура, то есть car1 и car2, они в атрибуте engine содержат уже результаты вызова engine factory, то есть уже созданные объекты engine. Вот. Другой интересный момент, то что, допустим, серийный номер как инъекция не задается для car factory, но мы имеем возможность провайдить во время вызова factory какие-то контекстные атрибуты. Притом контекстные атрибуты, они всегда имеют, там дальше будут примеры на этот счет, вот, они всегда имеют преимущество по отношению к уже вшитым инъекциям. Вот, и получается у нас такая штуковина, то есть, ну, ассерты, собственно, элементарно простые, то есть серийные номера присвоены правильно, и engine есть, и они не одинаковые. Вот такая вот штука. Значит, ну, я, кстати, я не вставлял, я вернусь на минутку к прошлому примеру. Вот, я не вставлял, то есть можно делать инъекции позиционных атрибутов, можно делать атрибут injections, но, опять же, то есть я это не вставлял, если будет интересно, это можно там почитать в документации, вот, либо на GitHub. Вот, следующий пример, он еще чуть-чуть интересней. Значит, до 12 строчки, в принципе, все то же самое, что и в прошлом примере. Вот, ну, то есть магия происходит вот тут на 14-15 строчках. То есть мы создаем какой-то класс EngineX, вот, который, ну, по идее, да, по дизайну, он должен быть совместим с стандартным engine с 8 строчки. Вот, и мы делаем такую штуку. То есть мы берем engine factory, которая уже привязана как инъекция к car factory, вот, и мы вызываем у нее такой чудный метод override, то есть любой провайдер можно переписать другим провайдером, при том даже совершенно другим типом провайдера, вот, то есть мы делаем engine factory override, то есть делаем override с помощью новой factory, которая возвращает уже engine x, вот, и
Ну, то есть переходя дальше непосредственно к тому, как это работает, начиная с 18 строки и ниже, мы опять создаем два объекта car, вот, с разными серийными номерами. К 20-й там есть еще одна штука. Ну, в общем-то, сразу скажу, то есть, да, это то, что я уже говорил. Контекстные параметры всегда имеют преимущество над predefined injections. Вот. Значит, ну, собственно, строчка 22, понятно, там серийные номера присвоены правильно. Вот, в этом случае, значит, car1, у него engine будет, ну, то есть класс engine будет engine x. Вот, то есть получается какая штуковина, что на самом деле по ссылке мы как бы с car factory связывали engine factory, но поскольку engine factory переопределена другой factory, то, собственно, будет возвращаться, ну, как бы в результате инъекции то, что та factory, которая переопределяет стандартный. Вот, поэтому car1 будет содержать объект, то есть класс engine car1 будет engine x. Вот, а поскольку контекстные инъекции имеют преимущество над инъекциями predefined, вот, то для car2 engine класс будет просто engine. Вот такая вот интересная штуковина. Вот, собственно, извиняюсь. Вот, дальше небольшой пример использования контейнеров, то есть тот же самый пример, который был, начиная с 13 строчки по 18. Вот, определяется контейнер. Значит, он должен наследоваться от такого базового класса, как декларативный контейнер. На самом деле там есть еще динамический, который чуть другим синтаксисом обладает. Вот, но тут есть один интересный момент. Значит, не то, что особенность, в принципе, стандартная штука Python, которая везде работает, то есть на 18 строчке вот engine равно engine factory. Вот этим обращением engine factory мы обращаемся именно в контексте класса, который сейчас дефайним, именно к той engine factory, которая написана на 16 строчке. Вот такая вот хитрая получилась штука. Ну, собственно, пойдем дальше. Значит, как потом, ну, к примеру, да, то есть мы сделали какие-то провайдеры, вот, знаем, что их можно оверрайдить там, хоть в тесте, ну, то есть эти оверрайды, они действуют глобально, да, то есть есть какой-то один провайдер, он провайдит эти кары, вот, мы можем его оверрайдить откуда угодно, вот, можем оверрайдить на время, можно оверрайдить через контекст оператор, там, вот, для тестов может быть удобно и так далее. Вот, но как вообще дальше этим пользоваться? То есть можно просто, ну, вернусь на минутку к предыдущему примеру, вот, можно просто брать контейнер, брать какой-то провайдер из контейнера и стандартным колом просто просить этот объект. Вот, можно пойти немножко другим путем, вот, и использовать еще одну такую фишку, это декоратор inject, вот, который, то есть в этом примере импортится вот этот контейнер с прошлого примера, делается несколько интересных вещей. Значит, ну, собственно, определяется какая-то функция main, в которую пошло все то, что было раньше под вот этим if name main. В ней делаются те же самые практически вещи. Вот, и есть эта функция main, она на 21 строчке, вот интересно, она вызывается без параметров, хотя на самом деле она принимает два параметра, две зависимости, это car factory и extra engine. Вот, тут эти inject-декораторы, ну, то есть это две немножко разные инъекции, вот, потому что правила действуют те же самые, как и на провайдеры. Вот, фактически, ну, начнем там с декоратора на 9 строчке, да, то есть мы говорим, что в kvarg main extra engine нам надо вбросить результат вызова engine factory, то есть фактически это будет объект, который называется с именем extra engine, вызовем engine factory и бросим его сюда. Вот, а, ну, собственно, с car factory тут в данном конкретном случае так просто не получается, потому что у нее явно есть контекстные параметры. Ну, у самого класса car, вот, мы должны создавать его не только с engine, но и с контекстным параметром serial number. Вот, и тут интересная штука, то есть если мы просто сделаем аналогичную инъекцию, как на строке 9, вот, то, ну, ничего не получится, потому что невозможно будет. Ну, то есть инжект не поддерживает каких-то контекстных параметров в этом случае, хотя может там иногда это было бы удобно, но так или иначе нам нужно сделать так, чтобы в
функцию main попала сама фабрика, то есть сам провайдер. Вот. И в этом случае мы у провайдера можем вызвать такой метод delegate, вот, который на самом деле обернет провайдер, у которого мы его вызываем, в дополнительный delegate провайдер, который провайдит просто то, что у него есть. Ну, грубо говоря, как object provider, SIS. Вот. И, ну, соответственно, вот получится такая штуковина, то есть на строке 10 нам приходит сам провайдер, который мы дальше можем использовать. Причина, опять же, это контекстные параметры. И нам приходит всегда extra engine. То есть каждый раз, когда мы вызываем main, всегда проводится factory и всегда проводится новый объект engine. Вот. Был бы, допустим, какой-то провайдер, который проводит singleton, вот, ну, всегда бы там вбрасывался один и тот же instance. Вот, значит, немножко еще по поводу контейнеров. С контейнерами интересная штука. Вот это вот кусочек кода взят, ну, немножко переделан, конечно, но он взят с реального проекта, вот, который заключается в том, что, ну, то есть, как можно использовать контейнеры, какие от них могут быть преимущества. Вот, соответственно, тут есть два контейнера. Вот, ну, сразу скажу, это пример одной такой микросервис ориентированной системы, вот, на логическом уровне, в которой есть такие абстракции. Это так называемые платформ сервисы. Это вот, ну, в частности, там работа с базой, работа с S3, с любыми другими third-party сервисами. Вот. А сервисы — это так называемые бизнес-сервисы, в которых там зашиты уже какие-то непосредственные бизнес-экшены, бизнес-методы. Вот, соответственно, ну, здесь конкретно в этом примере используется SQLite 3, бота, S3 Connection и какой-то набор вот этих example сервисов. Значит, ну, в итоге синтаксис получается следующим образом. То есть, чем удобно? Тем, что когда мне нужно понять, допустим, где используется база данных, ну, фактически мне достаточно открыть там один модуль, вот, и посмотреть как бы элементарно, ну, даже, в общем-то, не используя поиск, ну, где она используется. То есть в контексте этого не нужно делать каких-то длинных там поисков по проекту и так далее. Ну, и вообще это, кстати, насчет поиска интересный момент. То есть у меня глубокое есть убеждение на тему того, что когда в проекте, ну, лучший способ что-то найти — это запустить полнотекстовый поиск какой-то, ну, или приближенный, да, к полнотекстовому, вот, какой-то строковый поиск, то как бы у этого проекта, наверное, явно проблемы, ну, со структурой и в каком-то смысле с архитектурой. Вот. Ну, эта штука, да, то есть как бы она действительно, вот как мы тогда говорили, умеет создавать, ну, практически любой объект в приложении и полностью как бы управляет вот этим процессом. Вот, еще буквально пару коротких вещей. Сейчас гляну, что у нас там со временем. О, уже пора закругляться, ну, собственно, это и планирую. То есть, как можно эту штуку использовать, для какого типа проектов? Ответ простой, в общем-то, для любых. То есть это можно использовать во Flask, можно использовать в Django, были удачные кейсы. Это очень прикольно будет использовать с асинхронными приложениями, там, будь то Async, IO, Tornado, Twist, потому что там достаточно много контекстов, которые постоянно тянутся друг за другом, достаточно много различных зависимостей. Вот. Можно использовать в их стендалон фреймворках, библиотеках. То есть, если мы хотим сделать, ну, какую-то библиотеку и дать возможность как бы широко кастомизировать то, что там происходит, в то же время предоставить какой-то стандартный набор, стандартную структуру, вот, то мы можем это сделать, допустим, с помощью этой штуковины. Вот, можно использовать в GUI-приложениях, но тут, честно скажу, я не проверял. GUI-приложения на Python никогда не писал и вообще последний раз писал их в школе, по-моему. Вот, значит, когда можно, ну, заняться интеграцией dependency injection, когда хорошее время заняться интеграцией dependency injection на проект? В принципе, опять же, в любое удобное время. Лучше всего, конечно, в начале как бы разработки. Можно, ну, в активной стадии разработки, но до продакшена тоже легче. Вот, чуть сложнее, но, ну, как бы иногда это бывает наименьшее зло, это начать рефакторить уже какой-то существующий проект. Вот, и попытаться как бы step-by-step интегрить вот эти провайдеры, ну, как бы делать реверс-инжиниринг всех зависимостей и привести его там в конечном счете в какой-то точке, ну, непосредственно уже как бы состояние, которое будет соответствовать inversion of control принципу. Вот. Можно использовать, ну, это уже опять же конкретно по dependency injector, то есть можно, ну, использовать провайдеры с контейнерами вместе,
Вот, можно использовать провайдеры отдельно, контейнеры отдельно, в принципе, тоже можно использовать. Ну, такое. Вот. Завершаю этот разговор о Dependency Injector. То есть идея была такая, сделать как бы полезный инструмент вот, для правильных штук. У меня все. Спасибо. Алло. А еще кто-то есть на митинге? И я есть, да. Есть. Круто, Ром, круто, Рома, очень круто, молодец. Я не знаю, сколько кто у нас там по времени. Ну, собственно, давайте поговорим. Я всегда за дискуссию. Вот, поэтому я надеюсь, есть какие-то вопросы, вот, на которые я попробую ответить. Можно вопрос, только если можно вернуться на слайд, где было про декоратор Inject. Вот. Я так понимаю, вот здесь в функции main мы указываем, скажем так, аргументы тех провайдеров, которые мы в итоге хотим получить, правильно? То есть ты здесь указывал CarFactory, Extra Engine, там и если бы, допустим, у меня был еще какой-то дополнительный провайдер, я должен был бы его таким же образом описать, правильно? Смотри, тут интересная штука. Значит, я извиняюсь, а как тебе обращаться? Саша, меня зовут. Саша, хорошо. Привет, Саша. Смотри, Привет. тут очень интересная штука. Я, ну, опять же, то есть это не единственная библиотека, как бы, да, которая там дает возможность использовать dependency injection. И одним из поинтов, ну, вот одним из как бы дизайн решений, которые я закладывал там и верю в него до сих пор, это не делать никакой магии, ну, непосредственно с тем кодом, который уже написан. То есть в чем суть, да? То есть ты написал какой-то класс, ты написал какую-то функцию, написал еще что-то, делать минимальное количество каких-либо вообще вещей с твоим кодом. То есть это все должно настраиваться поверх, ну, как бы уже написанного кода. Это был один из важных принципов, как бы, ну, опять же, на который я закоммитился. И том, тут как бы в чем суть? Значит, есть такая штука в Dependency Injection, это там, ну, вот, допустим, в Angular, да, там используется с большим количеством фреймворков. Она называется after-resolve dependency. То есть мне достаточно функции сказать, что ну, я прошу CarFactory, вот, и в таком случае фреймворк должен найти ну, соответствующий провайдер и положить вот, то, что он нашел, туда. Но иногда это не работает, и работает не, ну, не очень так, как нам бы хотелось. То есть там появляется понятие контекстов, когда, например, там в контейнере каким-то образом получается два этих car factory, ну и так далее. Вот. И тут штука такая. То есть main функция это просто main функция с двумя параметрами. Декоратор inject тут ключевой момент, как бы вот на 8-9 вот этой вот строчке. То есть car factory мы, ну, как бы мы показываем, в какие атрибуты вбрасывать что. И тут всегда может быть маппинг. То есть мы можем назвать car factory, ну, совершенно как хотим. Ну, то есть это не является каким-то жестким критерием. Я Вот. понял. То есть, ну, скажем так, добавление очень простое, скажем, дописать там перед, допустим, 10-й строкой еще один inject с какой-нибудь там factory и. Да. Если это, ну, то есть, как бы, есть там несколько библиотек, которые дают возможность делать monkey patching, ну, такой более стандартизированный. То есть, можно, ну, вот этот inject, его надо непосредственно навешивать на ту функцию, ну, куда ты хочешь добавить injection. Его можно навешивать на класс, он будет искать в них метод init и делать инъекции к нему. Вот, но там в чем, как бы, интересная штука. Если у тебя есть какая-то third-party библиотека, то как бы, ну, ты же не пойдешь в нее внутрь и не навесишь своих инжекторов. Вот. Поэтому, ну, в принципе, этот инжект можно вызвать не как декоратор и сказать, вбрось вот эту вот штуку. Вот. И есть такие библиотеки, ну, которые, собственно, так и делают. Ну, опять же, то есть это субъективно, и можно это делать с помощью этого инжекта, но я как бы не рекомендую. То есть я рекомендую пользоваться вот таким approach, как бы, когда где-то создается совершенно третье место, и в нем происходит связывание. Ну, то есть минимальное количество действий делается, ну, как бы код не зависит от dependency injection фреймворка. Ну, вот как-то так. Окей, спасибо.
Да, тебе спасибо. Хороший вопрос. И еще, если можешь чуть-чуть, ну, как дополнить по поводу Delegate, потому что, ну, не очень как-то понятно было. То есть я так понимаю, что если ты говорил про, по-моему, про контекст, если тебе нужно пробросить из одной factory в другую, тогда ты вот пишешь Delegate. Или я что-то не так услышал? В общем, да. То есть, в чем суть? Блин, жалко, у меня курсор не работает. Я сейчас вот так сделаю, курсор буду поменять. Вот, значит, в чем суть? Правила игры такие. То есть, мы говорим, что вот этот инжект, который на 9-й строчке, он в параметр extra engine, то есть, вот такая связь, вбрасывает результат вызова engine factory. То есть, конечно, это уже непосредственно объект engine. Вот тут с Car Factory и вот этими контекстными параметрами я попробую чуть-чуть лучше объяснить. То есть, к примеру, вот эти serial number, ну, нужно где-то брать из базы или с какого-то third-party сервиса. То есть, ну, это уже непосредственно кусочек flow, ну, то есть, какой-то кусочек бизнес-логики, да, может быть. Вот. И мы где-то, ну, вот между 11 и 12 строкой эти serial number можем получать, и потом нам нужно создавать, ну, уже непосредственно вот эти кары, которые мы хотим создавать через Factory. То есть, в этом случае, ну, вот эта инъекция, она зависит от флоу непосредственного, который был до, ну, то есть между тем, как мы вбросили эту factory функцию и тем, когда мы ее вызвали. Вот, то есть вот эти параметры, они меняются в зависимости от флоу, в зависимости от того, что введет пользователь, например, в форму, ну, к примеру. Вот. И в таком случае, если я уберу вот этот делегейт, например, ну, по аналогии с engine, у меня сюда должны будут вбрасываться объекты не car factory, не провайдеры, а непосредственно кары. То есть car 1, car 2 там, или просто car и так далее. Вот. А А можна сейчас запитати? Я да. перепрошую, а де відбувається, от мене найбільше смущає, де відбувається оця магія виклику? Да, хто саме? Чи це інжект викликає, чи це десь, ну, магія відбувається на рівні самого базового цього контейнера? Тобто, ну, воно неявно для мене зараз. Де оце, де виконується, де створюється, да? Де фабрика викликається? Ну, то есть суть такая, значит, на самом деле это один и тот же механизм, то есть вот, к примеру, возьмем один из провайдеров, да, вот здесь происходит вот такое вот связывание, и в данном случае factory provider отвечает за то, чтобы перед составлением списка инъекций вызвать все другие провайдеры, которые за эти инъекции отвечают. Ну, то есть конкретно в случае factory отвечает за вот эту вот логику. В случае с inject-декоратором, то есть эта функция декорируется, вот, и в декораторе накапливаются инъекции. И перед вызовом main происходит то же самое, что делает, в общем-то, и factory. То есть это идея, которая идет, в общем-то, через, ну, все конструкции, которые я описывал, там, через провайдеры, через этот декоратор, inject и так далее. Вот, сам, опять же, возвращаясь к самому контейнеру, контейнер магии, ну, совершенно никакой не делает. То есть он просто накапливает провайдеры, у него есть там небольшой метакласс, вот, который, где там контейнер. Вот, у, допустим, контейнера Platform есть несколько класс-атрибутов, там провайдеры, класс-провайдеры, унаследованные провайдеры. Вот, точно так же у контейнера Services, там, на 21-й строчке. И ну, иногда это бывает полезно. То есть, например, там резетнуть все синглтоны в тесте или что-то вроде этого. Это единственная штука, которая занимается контейнер. То есть контейнер достаточно минималистичный. Ну, есть вещи, там можно выводить контейнеры контейнерами, это типа удобно, ну, как бы это чуть-чуть еще больше как бы ломает майндсет, поэтому я эту презентацию не вставлял. Если интересно, там документацию можно посмотреть. Вот. Ну, А такое. контейнер может содержать другие контейнеры? Ну, я не знаю, конечно, это, наверное, нелогично и не нужно, но такой может Ну, tricky question. вот тут интересный момент. То есть есть, ну, я так для себя выделяю три approach, которые можно, ну, как можно использовать контейнер. То есть первое, это один большой контейнер вообще со всем приложением. Вот. Второй approach, это, допустим, если, ну, у нас есть какие-то, то есть приложение побито на какие-то функциональные части, например, там это Django приложение, есть несколько аппликейшенов, ну, именно функциональных модулей, да, как бы, вот, то мы можем под каждый функциональный модуль определять контейнер и говорить, что этот модуль,
Вот, у него вот такие-то провайдеры, он умеет делать вот это, можете с ним связываться. Ну, и он, в свою очередь, связывается там с такими-то модулями, да? То есть модули, ну, опять же, первое, один глобальный контейнер, второе, несколько контейнеров, ну, соответственно, функциональным частям. Вот. И третья штука, ну, собственно, вот, которая, опять же, я больше склоняюсь, это контейнер под конкретный слой, ну, в архитектуре. То есть, например, контейнер со всеми формами, контейнер со всеми сервисами, контейнер со всеми моделями и так далее. Вот, то есть, ну, как бы нет каких-то лимитейшенов. Их может быть один, может быть много. Ну, то есть, это уже up to you, как бы. Понял. Но, вот, скажем, с технической точки зрения, если взять, вот написать, что в контейнеры, объявить еще один контейнер как-нибудь, это будет ошибка или... Никаких ограничений, на самом деле, ну, без проблем. Спасибо. Вот. Просто тут, ну, в этом случае, как бы, фреймворк, ну, ничего не даст. Он как бы, ну, не предусматривает таких кейсов, ну, и не запрещает их, в общем-то. Окей, спасибо. Может, еще какие-то вопросы? Так, я так понимаю.